Судейский скандал в Черновцах. На взятки попался помощник одного из судей. За вознаграждение он помогал закрывать административные дела и, по его же словам, мог решить практически любой вопрос. Будут ли пересматривать вердикты после этого случая, выясняла Галина Якушко. Ездить за рулем под шофе безнаказанно можно. В Черновцах помощник судьи хозяйственного суда за деньги помогал избежать наказания за вождение в нетрезвом состоянии. Цена услуги в среднем 500-700 долларов. Деньги брал на территории одной из церквей. Там его и задержали сотрудники военной прокуратуры. Спочатку отримав за один протокол 700 долларов, и за другий протокол отримав 16 лютого. Відповідно, отримавши другу частину, то ми його затримали після того, як він отримав. Задержанный в судебной системе работает более 10 лет, имеет связи в различных судах города и утверждал, что может договориться о решении любого вопроса. Будут ли после этого проверять решение судей? Этот вопрос сотрудников прокуратуры немного обескуражил. Мы это отработали. Причетность судей, которые разглядали эти протоколы до вчинения злочина. А на данный час доказы я на помещенника, которого затримали. Задержанному уже избрали меру пресечения, 2 месяца ареста с возможностью внесения залога в размере 70 тысяч гривен. Сейчас он находится в следственном изоляторе. За получение неправомерной выгоды и влияние на должностных лиц решали грозит до 8 лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубинко, Ольга Пономарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер.